Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я опять играю в Mad City. Дело в том, что после того, как я выпустил ролик про обновление, у вас посыпалось очень много разных вопросов касательно Блейда, лазерного светового меча, касательно светового байка. И я хочу вам в этом видео рассказать как можно больше ответов на ваши вопросы. Ну а сейчас, ребята, кто еще не подписался на мой инстаграм, обязательно прямо сейчас это сделайте, зайдите на мою страничку RedCat YouTube и подпишитесь в инстаграме. Там я тоже выкладываю важную информацию касательно меня, либо же моего канала. Ну а сейчас, ребята, я вам покажу пасхалку. Я вам обещал ее показать. Не знаю, та ли это пасхалка, которую писали разработчики, я пока нашел только ее. Итак, ребята, вот здесь вот есть звездочка, она у нас теперь улыбается. Ну... собственно, нашел такую пасхалку. Возможно, вы найдете какую-то еще. Если да, напишите. Если нет, то значит, эта пасхалка и была та, о которой писали. Также, ребята, обратите внимание, что Дигл теперь сносит не 35 хп, как раньше, а 22. В чем жуткая моя печаль. Конечно, когда он 35 сносил, он был имбой. Ну, а сейчас он сносит всего 2090 хп в минуту. Зачем его пофиксили, непонятно. А сейчас, ребята, я отвечаю вам на вопрос, отбивает ли пули этот меч. Да, он действительно рикошетит, так что вы можете отбивать некоторые пули, которые летят в вас. Сейчас Киберсмит в меня стреляет, и я отбиваю некоторые его пули. Кстати, ребята, в прошлом видео я сделал опечатку, урон в минуту у него 8320, а не 6320, как я писал в прошлом видео. И смотрите, ребята, вот видите, они в меня стреляют, я просто стою, они стреляют в меч, и он рикошетит. Смотрите внимательно. Видите? То есть, да, меч реально рикошетит. Это, конечно, не спасет вас, но... возможно, часть пуль все-таки отрикошетит и вас не убьют. Если вы заметили, то у меня сейчас меч желтого цвета. До этого, когда я играл за полицейского, он был голубого цвета. Давайте теперь зайдем за заключенного. Посмотрим, какой будет там оранжевого цвета. Как вы понимаете, меч меняет цвет в зависимости от того, кто его держит. Сейчас, видите, суперзлодей, он становится фиолетовым. Но я думаю, что вы уже догадались, что за криминала он будет красного цвета. Вот как раз я вам это и демонстрирую. Что касается меча, то да, вы мне уже пишете про разные баги и то, что сквозь стены можно с помощью его проходить и летать, но пока я это все не видел. Отвечаю на следующий вопрос, тонет ли световой байк. Да, тонет. По воде, к сожалению, он не ездит, на здание он тоже не заезжает, не залазит, но единственная фишка, которая у него просто обалденная максималка. Смотрите, ребята, в обычном состоянии у него 7.14, прокачивать его, кстати, тоже нельзя, двигатель докупить к нему невозможно, но, ребята, у нас же есть нитро, и сейчас я буду ставить просто мировой рекорд скорости. Готовы? Вы готовы это увидеть? Смотрите, ребята, включаем нитро. 4,5 секунды, ребята, этот новый мировой рекорд в Mad City. И только что я его поставил. Надеюсь, что вы уже сейчас поставили лайк под этим видео и обязательно подписались, потому что в одном из следующих видео я вам покажу тест абсолютно всех транспортных средств, которых не показывал еще в прошлом обзоре машин. Ну а пока на этом все. Всем пока.